Первый вопрос, насколько был? Давайте вот просто на меня, а камера будет снимать. Да, давай на это. Да. Просто вот, ну, мне же просто интересно, да, то есть насколько было тяжело обучаться. Было тяжело. Сейчас мы будем. Было тяжело очень сильно. В первые дни реально хотелось убивать и плакать одновременно просто. Мы там пикнем, когда ты говоришь слово «убивай». Да я же не говорю. Было тяжело, но возможно. Ну, интересно. Да. Интересно, да, интересно. Это захватывает, особенно когда получается прям азарт какой-то. Еще. Когда шли на обучение, думали, что легче будет? Я думала, что нет, меньше нюансов. Ну, не то, что нюансов, а здесь оказалось очень много деталей, скрытых от постановки глаза. Ты приходишь, когда сам на наращивание ложишься, и вроде мастер делает все легко и просто, а выясняется, что на деле очень много деталей, очень много нюансов и очень много надо знать. И они были неожиданными. Очень неожиданными, да. Иногда действительно очень неожиданные. Да, я бы никогда не подумала, что постановка руки так влияет на качество наращивания тройного, когда бы не подумала. Да. Казалось, что легко. Да, там чук-чук-чук. Как думаете, когда у вас стало получаться? Вчера. Когда вот прочувствовали. Вот, мне кажется, вчера у нас уже более-менее стало получаться. Четвертая. Да, четвертая модель. Yeah. И как-то, мне кажется, я сама уже начала и склейки там более-менее разделять, и я уже не боялась где-то что-то дернуть, даже если модели будет больно, я уже не боялась. Ну вот это то, что почувствовали, что вот вы поставили, и вот вы... Вчера. Точно, абсолютно вчера. А я думаю, что... После 4 дней... Еще бы столько не помешало. Ну, вообще да! Вообще да! Это можно не вырезать. Вообще да! Мы просто вчера это как раз обсуждали. А когда вообще вот пришла такая вот вообще осознанность, понимание, что вы делаете на... Ну, еще не пришла. Мне кажется, когда мы останемся одни, без тебя, и не будет Жени, которая подойдет нам, подкорректирует, поможет, поднарастит, тогда мы только и поймем. Тогда мы осознаем, во что мы ввязались. Ну, вот, а сейчас вообще вот то, что вот была первая модель, там понятно, наверное. Там был ужас. Лена помнит до сих пор. Она будет мне сниться в кошмарных снах до конца моих дней. А мне Эля. Мне Эля со своим изгибом С будет сниться. Изгиб С было сложно. Очень сложно. Потому что, нет, учитывая, что у нее еще свои прямые ресницы, я вообще не понимаю, зачем она их нарастила С. Там А надо вот так вот, чтобы они стояли и все. Эффект, хочется эффект. Ну, а смысл эффекта, если мы так прочитаем, так? Издалека не видно. Да, вблизи-то видно. Ну, то есть, получается, что, ну, более-менее, вот, что вы делаете на второй, третьей, наверное, модели пошло, да? На третьей. На второй еще... Ну, что понимаете? Вот, уже, на третьей, да. Третья, четвертая. На третьей, на четвертой, на пятой. Ну, на пятой уже более-менее вообще хорошо. Ну, сегодня сложная. Для меня была прям сложная девочка, поэтому... А что было, ну, вот, самое сложное для понимания, вот, из теории, например? Теория — это форма. Вообще, насколько сложно было воспринимать новую терминологию, новую информацию? Ну, сложно, но... Было сложно, но Женя объясняет всегда понятно, доступно, 10 раз повторит. Самое главное — терпеливо. И терпеливо, да. Терпеливо. Терпение не занимать, да. Сложно форму, вот с формой, да, потому что, видимо, нужно, чтобы большое количество людей. А мне поначалу было сложно, как поставить ресницу, когда Женя говорила сбоку, снизу, я думаю, господи, как это? А сейчас я уже нормально, мне и сбоку удобно, и снизу иногда. Сейчас я более-менее, я могу подстроиться. Раньше я не понимала, как же надо подстроиться. Я и так голову думаю, боже мой, что там подстраивать надо? А сейчас уже более-менее. Не идеально, конечно, но уже лучше. И очень нравится техника «Хорошо набивает руку». Это вырежем, чтобы никто не знал. Ну, это между нами, вот это прям очень клево работает. То есть ты прям чувствуешь движение, точность движения, да. И двойные, и тройные сегодня. Ты чувствуешь движение после гораздо лучше. Ну, после двойных у нас вчера корни лучше пошли. Это действительно очень хорошо работает. Ну, корни вчера прям супер. Лучше! Да. Лучше! Прям такой шаг был. Я вчера говорила, что шаг был. Да. Вот вы сейчас закончили, и есть понимание, что нужно делать дальше, то есть как работать, как приступить к работе? Да. Есть понимание, но пока страшно.
есть план, но пока, конечно, непонятно, насколько он осуществим или нет, но план есть. То есть муж мне сказал, уже, что есть. Надо участвовать в конкурсах, надо к этому готовиться. Имеется в виду, что вот после базового курса, да, вот там вас ждет там первая, вторая практика, то есть вот понятно, что делать? Да, конечно. Понятно. Это важно. Ну, просто многие там пишут на форумах, там, что вот отучилась, там, что делать, фиг знает. Нет, абсолютно. Если что, мы напишем Жене. Ну, то есть, если... Мы фотки будем присылать. Хорошо. Я абсолютно не против. То есть, если к вам придет вот первый человек, вы возьмете, допустим, ну, подругу или какого-то незнакомого, вы будете понимать алгоритм действий. Да. Супер, это очень важно. У нас есть волшебная тетрадка, которая нас спасет. Возможно, не без косяков, конечно. Первый человек, да, куда без этого, но...